Здравствуйте. ДТП произошло ночью 28 сентября около 1 часа 52 минут на 160-м километре автодороги Кола возле деревни Потанина. По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Almera выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit. Очевидец сообщил, что водитель иномарки уснул за рулем. Мужчина остался жив, но два его ребенка скончались. Одному малышу был всего год, второму 5 лет. Мать детей находилась в критическом состоянии, но в итоге 30-летняя женщина скончалась. Семья направлялась из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтобы улететь на отдых в Турцию. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.